Частые причины поломанных зарядок для мобилок — это самые элементарные обрывы. Вот здесь люди обрывают, здесь может обрываться, собака может перерезать. И такие вот получаются два куска, и скручивают обратно, в другом месте обрывается, и получается все очень некрасиво и ненадежно. Сегодня я покажу, как быстро и надежно восстановить просто зарядку. Берем отверточку, вкручиваем два винтика. Паяльником запоминаем плюс-минус. Середина обычно плюс, это зарядка для Nokia. Применялась, она и применяется очень во многих Nokia. Паять. Паяльник еще не нагрелся, тогда я просто отрежу вот здесь, а там потом отпаяю. Вот так отрезаем. В этом месте. Отрезаем вот в этом месте. Вот. Берем любое шило. Теперь надо выдавить вот этот кусочек провода. Сначала шилом. Можно взять тонкое сверло, отверточка, надфиль. Все это легко делается, быстро. Таким вот я нафилем накручиваю его. Продавливаем остатки старого провода. В теории это можно делать любым подручным инструментом. У кого что осталось, твердка, напильники, сверла, шило. Все, продавили, сняли. Все у нас готово. Теперь только берем старый, вторую часть. Вот такая мобиль, зарядка от старой Nokia. Вторую часть берем. Все, вот так у нас все красиво получилось. Немножко для фиксации суперклеем. Пару минут сохнет. Паяльник уже, надеюсь, нагрелся. Все вот это китайцы делают просто навесным монтажом. Я, когда есть время, здесь еще тонким сверлом делаю два отверстия, запускаю
провод вот здесь. Тогда оно более надежно и лучше работает. В принципе, конечно, можно и так. Есть. Так. Заводим сейчас. Да, еще забыл сказать. Не делать даром глупую работу, берем тестер на всякий провод, надо прозвонить будет вот этот кабель. Ну понятно, здесь рабочий, я уже это так для демонстрации, я его прозвонил уже. Все, теперь только припаять. Зарядка у нас готовая. Черный на минус. Плюс на вот этот. На красный. Все собрать осталось, ну, полностью все восстановлено. Здесь прорези такие специальные попасть. Ага. Ножичком мы неправильно все это сделали. Вот на этом все. Все надежно, хорошо. Все будет работать.